Спонсор прогноза погоды – ярмарка «Вятские зори». 12 апреля – ДК «Синтез». 13 апреля – ДК «Водник». Ярмарка-распродажа «Вятские зори». Большой выбор обуви, верхней одежды, трикотаж для всей семьи. Покупателям подарки. Подробности акции у продавцов. Во вторник, 11 апреля, в Тюмени плюс 4 градуса, в Сургуте минус 8, Нижневартовск минус 11. В Казани воздух прогреется до плюс 14 градусов, в Санкт-Петербурге плюс 13, в Москве плюс 14 градусов. В Тобольске возможен небольшой снег, утром прохладно, минус 2, минус 6 градусов. Днем потеплеет до плюс 1. В ночные часы температура воздуха составит 0, минус 2 градуса. Ветер западный до 4 метров в секунду.